В преддверии Дня знаний в детских учреждениях города проходят профилактические акции по безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают малышам правила ПДД и обновляют дорожную разметку вблизи школ и детских садов. Также дорожные службы оставляют на тротуарах послания и для родителей. Отключи телефон, возьми ребенка за руку и сними наушники. Сегодня мы находимся на территории 142-го детского сада «Солнечный городок», где благодаря представителям МУП «Правый берег» мы будем наносить разметки, трафареты именно вот в рамках этой акции, и проводить мастер-класс для наших ребят, которые будут будущими первоклассниками. Также мы сегодня переместимся в детский сад «Белка-стрелка», это Александра Невского 2D, и 135-й детский сад «Кузоватская 47», где мы будем проводить данную акцию. Детям напомнили правила дорожного движения и вручили светоотражатели. Подобные акции необходимы, считает заведующая детским садом. Микрорайон отличается большим количеством машин и оживленным движением. Когда дети попадают в естественные условия, очень важно, чтобы они видели, что они в безопасности, что есть места специальные для пешеходного перехода. Мы объясняем им, что нельзя пользоваться наушниками, но когда это видишь собственными глазами, это всегда производит больший эффект. Дети запоминают наглядно больше.